Данные Птахи всегда точны. Блейк Декстер, торговец оружием со Среднего Запада, разыскивает Викторию в Чикаго. Но агентство не делится своими секретами с посторонними. Очевидно, кто-то слил информацию. Но кто? Доверять нельзя никому. Я точно знаю одно, девочка невиновна. Я проникну в номер Блейка Декстера в отеле «Терминус» и узнаю правду. Затем я решу, что с ним делать. Господи Иисусе! Блин, ты стучать не пробовал? Молодец, Санчес. Кто это, коп или частный детектив? Ядрить меня нежно. Какого хрена? Это не частный детектив! Это гребаный призрак, легенда! Это чертов агент 47! Агент 47? Охренеть! Блин, ты о чем вообще? Детка, это вообще все нахрен меняет? Это меняет все? И за каким хреном он нам нужен? Тук-тук, уборка! Удачно! Что ты делаешь? Буэнос диас, Пепита. Здрасте. Да, у нас тут легкий беспорядок, может, да, я там приберешься. Было бы неплохо. Сейчас. Наконец-то. Хорошо. Заходи, милая. О, боже мой. А, черт. Ты гребаное животное. Господи. Мне нравятся готичные девочки. Знаешь... Я бы с наслаждением прикончил тебя прямо здесь и сейчас. Убить самого агента 47, да, но... Видишь ли, это сейчас не в моих интересах. Так что... О, Господи. Господи. Ты поступил очень плохо. Ну вот, теперь убийцу искать не буду, да? Киллера. Я вообще-то не люблю драть глотку, но это, мать вашу, просто... Праздник какой-то! Попробуй. Хотя... Если подумать... Спи, моя радость, усни. Блейк, а может не надо? Это плохой план. Да ладно, милая. Давай по коням и пошустрее. Адиос. Откройте, полиция! Повторяю, откройте дверь, полиция! Как правило, я незаметен. Я чистый лист.
Люди не видят того, что не привлекает их внимания. Но когда они найдут тело горничной, сколько времени пройдет, прежде чем кто-то вспомнит? Человек в костюме. Как он выглядел? Я был неосторожен. Я недооценил торговца оружием и теперь плачу за свою ошибку. Надо выбраться отсюда. Слиться с толпой. Полиция идет по моему следу. Все чисто. Физана, где чертов свет? Очень, блин, вовремя! Глубокая дыра. Интересно, можно пережить такое падение? Не думай об этом, просто будь осторожен. Хотите поиграть в полицейских? А, сержант Мэйер, вы до сих пор собственный пердеж разнюхать не можете. Так где нам быть? Вам? Нигде. Но раз пришли, оставайтесь. Прикройте нас. Он где-то рядом. Мы все слышали. Рассредоточиться. Рад вас видеть. Нет, никаких следов подозреваемых. Чушь какая-то. Тут явно пусто. Кто бы он ни был, не должна быть настолько крутой.
правило, я не заметил. Что-то от наземного отряда. Они все еще ищут в библиотеке. По мне, так это поиски вслепую. Преступник, наверное, еще в отеле. Поджаривается там сейчас. Хорошенькое местечко. Спасибо, брат. Кайф. Попозже с этим разберемся. Не видел, тут проходил кто-нибудь? Европеон. Лысый. В темном костюме. Откуда, брат? Мы все из Калифорнии. О, боже. Я мог стать архитектором. Так-так. К вопросу о расширенных зрачках. У нас нарушитель. Мы, парни, конкретно... Полиция в Чикаго! Руки вверх! Давай-давай, лицом к стене. Ноги в стороны. Ну уже не усугубляй. Полный обыск. Да ладно, а без этого никак. У этих парней по 20 грамм в кармане. Нефиг с ними общаться, как с преступниками. Эй, процедура такая. Надо все делать по инструкции. Иди за латексными перчатками. Знаешь, за этими. Знаешь, что смешно? Меня вызвали на этот этаж пару недель назад. Домашние разборки, так? И хозяин жаловался, что весь дом пахнет соснами. Теперь-то мы знаем, почему. Okay.
Эй, слушай, это не облава. Мы ищем одного очень опасного парня. Мы все опасные, чувак. Мы все голые под одеждой, и наши дикие сердца качают по жилам горячую кровь. Если мы не поймаем этого парня, эта горячая кровь твоя и твоих друзей забрызгает тут все стены. А теперь пусти! Скажи ордер. Кто-нибудь знает код от этого сейфа? Как правило, я незаметен. Я чистый лист. Люди не видят того, что не привлекает их.
Простите, сэр, вам придется подождать здесь. Масочек, пожалуйста. Что происходит? Это террорист или что вообще? Насколько это серьезно? Не о чем волноваться, сэр. Просто имейте терпение, мы разберемся. Не о чем волноваться. Эй, смотри, закрой. Что происходит? Не смогу привести. Дружище, у меня все выйдет. Поверь мне, я знаю расписание. Нет, не делай. Это просто помощь, чувак. Подлянка. Ты знаешь это. Я бы так с тобой не поступил. Я бы подождал. Поговорил с кем-то. Слушай, они просто приказали нам перекрыть посадку на все поезда. Какое-то расследование. Я уже перекрыл все пути. Да, уверен, что они могут это сделать. Это же полиция. Что ты от меня хочешь? Слушай, меня взяли за жабры. Позвони в городской совет и на них ори. У меня тут и так 400 злобных пассажиров. Засранец. Просто подумай об этом. Я спас твою задницу. Это... Полицейские дела. Успокойтесь и потерпите. Скоро все будут дома, целыми и невредимыми. Алло? Да. Извини. Нет? Я тут сижу, и два поезда прошло. Может быть, 45 минут прошло, а может, полтора часа. Я не знаю, что происходит. Я только слышал какие-то обрывки, что тут убийца разгуливает. Нет, нет, не волнуйся, уверен, что мы тут будем в порядке. Но я не знаю. Я слышал от папа. Вроде есть какие-то сведения о лысом парне, который тут погонит. This is the final call. Passengers boarding train 38. Please proceed to gate C.
сэр. Алло? Эй. Да. Нет, я все еще на вокзале. Где? Не знаю, говорят... Я не могу уехать. Как? Тут все перекрыто. Не могу даже выйти с платформы. Я не понимаю. Не знаю, когда. Я не знаю расписание поездов. Уверена, что ничего страшного. Детка. Не уверена, это просто шутка. Детка. Хорошо. Послушай меня. Слушай, это не бар, Позвали. Это платформа. Да, все. Нет, я даже не знаю, где они. Детка, я тут не с дружбанами. Детка, да? Да. Я уже пытался. Да, я знаю, они в офисе, да. Я тут застрял на вокзале. Не могу выйти. Понятия не имею. Тут да, просто... мне нужно, чтобы ты их распекал. Ладно. Я знаю. Просто не нужно вести их в чайно там. Нет, понятия не имею. Какой-то не сыпает. Ни в любом случае не будет. Я знаю, просто не сыпает. Просто в этих делах. Что за... Диспетчер, у меня тут поезд под посадку на платформе Б. Соедините меня с кем-нибудь из вокзального персонала.